Крестный отец французской новой волны Андре Базен в своей книжке «Что такое кино?» говорит о неореализме итальянском как о единственном, на его взгляд, направлении европейского кино, которое честно и последовательно пытается не подчинять действительность априорному взгляду. Здесь есть известное противоречие, потому что сам по себе принцип запечатления действительности на камеру и дальнейшая работа с этим материалом действительности предполагает ряд априорных установок. Но сам по себе этот опыт, опыт обращения к жизни, как она есть, этот опыт не уникален для неореализма. Множество деятелей кинематографа, начиная с самых ранних примитивов, так называемых кинематографических примитивов в Люмьеровском стиле, провозглашали обращение, в данном случае визуальное, да, с помощью технологического приспособления, обращение к действительности съемка действительности, такой, какая она якобы есть, или, во всяком случае, такая действительность, какой мы ее видим с помощью своей присущей нам биологической визуальной способности. Неореализм получил свое название не сразу. Это журналистский термин, который возник во второй половине 40-х годов, уже когда несколько неореалистических фильмов, которые принято называть суровым неореализмом, были уже сняты. Иногда к протонеореализму, если можно так выразиться, относят картину Лукина-Висконте «Одержимость» 1943 года. И когда Висконти ее снимал, а это еще самый-самый разгар как бы, да, фашистской Италии, и Висконти, на самом деле, то, чтобы сделать эту картину, на которую ему государство, да, чутко, как и любое другое тоталитарное государство, относившееся к кино как средство пропаганды, денег не дало. Ему пришлось заложить фамильные драгоценности. Потому что ну, Висконти всегда был достаточно обеспеченным человеком, он принадлежит к одному из самых старых венецианских дворянских родов, но э, все-таки все его возможности были не безграничны, с поправкой еще и на, на условия военного времени это фильм, снятый как бы помимо как пропагандистского фашистского кино, так и помимо развлекательного кино фашистской Италии, которое до войны было костюмным, гламурным, шикарным, навевавшим зрителю золотой сон. В этом фильме все совсем иначе. Этот фильм представляет собой просто-напросто экранизацию романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». И это первая его экранизация. А потом уже появляются голливудские экранизации, да, их две. Вот. И вот этот первый да, роман, кстати, это роман, который часто относится к литературной основе нуара. Да, это литературная основа Нуара. Вот э, э, Висконти снимает эту экранизацию, потому что он бредит э, хорошей американской литературой, и его раздражает вот это шикарное, гламурное, довоенное и, и первых лет войны э, фашистское итальянское кино, которое презрительно впоследствии будут называть кино белых телефонов, или «Синема де, де телефоне Бьянки, фильм о роскошной жизни. Вот, и Висконти там снимает э, э, историю про... Э, э, людей, которые Э, так сказать э, дошли до последней черты, да, значит, это люди, люди без будущего, да, люди люди деклассированные да, в, главный герой, собственно, это да, преступник, да, который вовлекает в, в орбиту своей пропащей жизни женщину, да, в которую он любит, да, он уводит ее от мужа да, и так далее. То есть там, сказать, драматичная очень история, которая очень трагически заканчивается. Вот, и вот там все сделано очень аскетично с точки зрения визуального языка, там нет звукового сопровождения. Это было полемично по отношению к роскошному кино, где постоянно должно происходить что-то, да, действие сопровождается роскошной оркестрованной музыкой в звуковом кино до обычно все события сопровождаются музыкой, да, потому что кинематограф звуковой, и он радостно использует музыку как своеобразный индикатор чувств э персонажей. Да. Мажорная музыка сопровождает какие-то прекрасные моменты, да, минорная музыка сопровождает переживания да, и чувство грусти и так далее. Вот Висконти полностью отказывается от саундтрека, и это э очень полемично, это очень странно. Да. И это хорошо коррелирует с происходящим в кадре максимально аскетичным визуальным событием, где очень слабый монтаж, где в основном люди просто перемещаются в пространстве и разговаривают, и в которой как бы... Фильм, фильм отказывается от, от, от некого внешнего авторского вторжения. В этом есть в данном случае да, ключевая авторская установка неореализма это именно отказ от авторства максимально возможно. Виторио де Сико, который начал снимать еще до войны и вполне встраивался в эстетику кинематографа белых телефонов, тоже начинает инвестировать в так называемый со сорул реализм. Это, это Шуша, это Похитители велосипедов, фильм 48 -го года. Это вообще кульминация неореализма. Фильм, который не может оставить равнодушным, потому что там рассказывается история слабых маленьких людей, у которых нет будущего и у которых нет шанса. И это очень печальное кино, где демонстрируется череда унижений, сквозь которые должен проходить человек, не способный свести концы с концами. Неореализм тесно связан с разрухой, которая царит в побежденной Италии. Неореализм является прямым следствием этой экономической разрухи. И э, великие фильмы неореализма, такие как э, классика неореализма, такие как э, «Рим. Открытый город» Роберта Расселлини и его же «Германия. Год нулевой». Э, это, собственно, иллюстрация к отсутствию технических возможностей, к э, вынужденной во многом аскетичной визуальной эстетики, которая, собственно, вызвана очень сложным экономическим положением кинематографистов и самой страны. И люди, которые идут в кинематограф, они, как бы, заключают некоторые пакт с режиссером, что они благодарны ему и его группе, создателям фильма, благодарны за то, что он не оставил без внимания их убогую жизнь. Убогая жизнь становится объектом своего рода эстетического переосмысления. Эта убогая жизнь оказывается достойной того, чтобы быть запечатленной на камеру. Это не может долго продолжаться. Неореализм тесно связан с экономической ситуацией своей эпохи, и поэтому уже как только люди начинают богатеть, как только они обрастают первым, первым жиром послевоенного просперити как бы, да, вот этой эпохи процветания, как бы, да, когда у них заводится жирок, они уже не хотят смотреть в кино историю собственной бога жизни, хотя бы потому, что они считают, что их жизнь существенно улучшилась за последние годы, они хотят, чтобы кинематограф их подбодрил. И вот тогда в 50-е годы уже возникает так называемый феномен так называемого розового неореализма, из которого вырастает сложный в визуальном отношении, рафинированный, цветущий характеризующийся барочной визуальной сложностью, модернизм э, таких утонченных художников, как Федерико Феллини скажем, или э, Микеланджело Антониони. Антониони, впрочем, гораздо более аскетичен да, на первый взгляд, э, нежели, нежели Феллини. Вот Феллини как раз отличается барочным языком. Но Феллини э, в первых своих фильмах, э, таких как «Дорога» 1954 -го года или, скажем, еще раньше снятые маменькие сынки, да, это фильмы розового неореализма, так называемого. Чем он отличается? Он отличается большей аллегоричностью высказывания, большей приподнятостью, большим пафосом по отношению к совершенно безнадежным фильмам сурового неореализма, которые не оставляют шансов своим персонажам, списывая их с суровой реальности. Розовый неореализм может рассказывать историю удавшейся любви. Розовый неореализм может рассказывать историю начинающегося успеха. Это истории людей, которые начинают добиваться своего. В этом смысле он не кривит душой по отношению к реальности. но реализм верен реальности, что бы это ни значило, Он, так сказать, регистрирует то, что происходит с публикой, он регистрирует то, что происходит с теми, кто его смотрит. И совершенно понятно, что долгое растворение кинематографа в отчаяниях зрителя и чуткое исследование в качестве некоторого социального барометра тому, что происходит со зрителями, это долго продолжаться не может. Тем не менее, неореализм э, э, оказывает очень существенное влияние на, э, на последующее э, развитие кино и на новые волны, так называемые, которые гораздо сложнее по своему художественному языку, чем неореализм, и на э, модернизм э, второй э, половины XX века. Вообще, в целом, использование реальности в качестве материала игрового кино, разыгрывание сцен, которые максимально приближены к событиям, которые разворачиваются в действительности, это такое сознательное обнуление достижений поэтического реализма, тоталитарного кино. Предшествующего десятилетия. Это минус прием, если можно так выразиться. Минус прием, который заставляет вспомнить о том, что кинематограф это не только сказки, восходящие к Жоржу Мильесу и развивающие его линию в логике развития кинематографа, но это еще и Люмьеровское внимание к происходящему в реальности. И вот такой э, редко актуализирующийся, но здесь э, сработавший э, по, по экономическим причинам э, подход э, отлился в такие выдающиеся произведения, как, э, например, э, «Германия. Год нулевой», э, фильм, который э, производит совершенно неизгладимое впечатление на зрителя, вне зависимости от его или ее эстетических предпочтений. Потому что рассказ о э, нацистском э, искушении и о возмездии за это искушение, которое реализуется в смерти невинного ребенка, причем самоубийстве да? один из самых страшных эпизодов вообще в истории мирового кино, это последние кадры фильма Германия, год нулевой. Очень важно, что он так называется, потому что это обнуление всего, это, нач... это, это конец, конец фильма, это возможное начало нового мира, но это не единица, а это именно ноль. Да, то есть это, это сведение мира к, к руине и пустоте. Да. Фильм, действие фильма происходит в руинированном э, Берлине, и э, это тоже начинает обрастать допол дополнительными смыслами. Неореализм часто обращается к недавнему прошлому по отношению к времени, когда создавались эти фильмы, то есть к прошлому, к войне. М -м, война э -э, получает э -э, впервые в неореализме Какую-то рефлексию начинается осмысление, визуальное осмысление последствий войны, просто самим фактом э, запечатления э, вот этой э, искалеченной европейской натуры э, оно немногим надстраивается над хроникой, которая бесстрашно в течение войны демонстрировала то, что происходит с Европой. Как она истекает кровью, как она э, разрушается, как м, уходят в прошлое вековые ее достижения, как во что превращаются люди. Это первая страница э, после кино, м, которое, взяв в руки камеру, э, в отсутствие других возможностей пытается э, создать художественный язык на тех руинах, которые этому кинематографу достались.